ремонтной мастерской играет веселая музыка. О! Хана! Всем привет! Ух ты! Какая крутая музыка! Правда? Ты выглядишь очень счастливой! Да! Я же собираюсь поехать в отпуск! Ой, правда? Куда ты поедешь? Та-да! Вот сюда! Ух ты! Ты едешь на пляж? Смотрите, как они выпячивают свои попы! А, они вообще-то танцуют. Под эту музыку. Вот так вот. Хана, наверное, очень рада. Хула-хула! И вот настал день отъезда Ханны. Ты готова? Да. Ух ты! Как я выгляжу? Ты очень красивая! Повеселись, Ханна! Спасибо, ребята. Мне пора ехать. Ханна! У нас проблема. Что случилось? Руки, что с тобой? В городе ужасная авария. Нам нужна твоя помощь. Многим машинам нужен ремонт. Что? Но Ханна собралась поехать в отпуск. Правда? Ну вот. Ладно, я справлюсь. Руки, Пэт, поехали. Хорошо. Но что будет с поездкой? Машинам нужна помощь. Увидимся! Бедная Ханна! Ханна решила отложить поездку и помочь машинам, пострадавшим в аварии. Ханна, наверное, так расстроилась. Она так была рада этой поездке. Да. Мы можем что-то сделать, чтобы ей стало лучше? О, я придумал! Что ты придумал? Мы украсим гараж так, как на картинке. Какой картинки? На которую смотрела Ханна. О, вон та! Ого, тогда ей будет казаться, что она в отпуске! Ты права! Таю, это отличная идея! Спасибо! Маленькие автобусы рассматривают картинку. Так, что же нам нужно? Сначала нам нужно нарисовать пляж. И еще нам нужен домик на колесах. И венок. Здорово, если бы были танцы. Роги, поехали со мной за домиком и венком. Хорошо. Тогда мы с Ганни будем украшать гараж. Отлично. Где нам найти домик на колесах? Не переживай, я знаю, откуда начать. Откуда же? Что это? Это же свалка. Ну и что? Здесь есть буквально все. Куда ты едешь? Тайо, Тайо, как тебе? Что это? Смотри, разве это не похоже на то, что было на картинке? Я так не думаю. Нет? Погоди-ка секунду. Роги! Как тебе это? Что? А что насчет этого? Я не думаю, что мы что-нибудь найдем. Нет? По-моему, здесь все классное. Роги, посмотри! Ого, это же круто! Будет еще лучше, если мы его почистим. Видишь, я же говорил, здесь есть все. Ты прав. Пока Ланни и Ганни были в городе, они думали, как украсить гараж. Как же нам нарисовать пляж? Так-так. Ух ты, как красиво! Точно, да! Это нарисовал Энди. То, что надо! В смысле, Ланни? Ганни, давай попросим Энди нарисовать нам пляж! Ух ты, отличная идея! Вы хотите, чтобы я нарисовал пляж? Да! Мы хотим превратить гараж в пляж! Пляж, значит?
Хорошо. Спасибо, Энди. Пожалуйста, обращайтесь в любое время. Тайо, маленький автобус. Как вам? Ух ты! Это так здорово! Теперь я начну рисовать песок. А где моя краска? Вот здесь? Лани! Краска! О, нет. Без нее я не смогу нарисовать песок. Правда? О, у меня есть идея! Какая? А? Да! Я сейчас вернусь! Гани! Так, Роги, мы достали домик. И теперь нам как-то нужно сделать венок. Где нам достать цветы? Юрий! Роги! Тайо! Что вы здесь делаете? Дьюри, мы хотим подарить Хани венок. И мы не знаем, где найти цветы для него. Я знаю, где найти цветы. Ого! Правда? Ух ты! Вот здесь много красивых цветов. Да! Я принесу их для вас, подождите. Да, хорошо. Этот тоже красивый. Вперед, Дьюри! Дьюри, что ты делаешь? Я просто... Куда делся Ганни? Я не знаю. Ты же не думаешь, что он и вправду поехал на пляж? Набрать песка? Я думаю, он поехал на пляж. Не может быть. О, Лани, смотри. Что? Лани! Что вы здесь делаете? Мы слышали, вы готовите для Ханны подарок и приехали помочь. Правда? Ганни, это здорово! Вот так. Хорошо. Хорошо. Как будто я правда на пляже. Да, так здорово. Спасибо вам. Да не за что. Хане очень это понравится. Да, конечно. А что случилось с Тайо и Роги, которые поехали за цветами? Нельзя просто так рвать цветы. Простите. Ты же делаешь им больно. Извините. Дьюри совсем не виноват. Он прав. Дьюри пытался нам помочь. На самом деле, Ханна собиралась сегодня в отпуск. Тайо и Роги рассказали учительнице о Хане. Ясно. Но все равно просто так рвать цветы нельзя. Хорошо. Но не расстраивайтесь. Есть другой выход. Правда? Давайте сделаем бумажные цветы. Бумажные цветы? Да, будет очень красиво. Здорово! Да! А мы поможем. Вот! Ого! Как красиво! Всем спасибо! И спасибо вам, мэм! Ух ты! Хана очень обрадуется подарку от маленьких автобусов. Давайте сделаем один для учительницы. Да, давай! Ну, я думаю, нам пора ехать. Хорошо, пока. Все готово. Вам очень понравится. Да? А еще мы достали классный домик на колесах. И красивый венок тоже. Но, ребята, нам же нужна еще музыка. Точно! Не волнуйтесь, я уже и ее достал. Отлично, тогда мы готовы. Точно! Вечером Ханна вернулась в мастерскую. Ой, я испачкала свое платье. Я так хотела поехать. Но у меня не было выбора. Ханна! Ты закончила? Да. Тогда поехали со мной. Куда? Давай. Ну, ладно. Так,
Сваты мы! Ладно. О! Та-дам! Смотри! Ух ты! Ребята! И? Вот! А? А теперь садись в кресло! Да, и надень этот венок! Венок? Как красиво! Ух ты, у вас получается! Пора и отдохнуть! Благодаря маленьким автобусам Ханна наслаждается отпуском в гараже. Харт – наша новая подруга. Чудесное утро. А вот и маленький автобус. Привет, Ханна! Ребята, привет! О, а что это? А, это смарт-пад. Он показывает мне ваше состояние. И знает все маршруты. А еще я могу вам по нему позвонить. Здорово! Как здорово! О, а? Это же... Я так хотела посмотреть этот мюзикл. Он будет завтра. Что же мне делать? В чем проблема? А? Возьми и сходи. Да, то ты что-то много работаешь. Но я не могу оставить мастерскую. Да, но это всего на один день. Да, да, но... Ладно, завтра беру выходной. Это автосалон. Здесь машины находят свою семью. Уже скоро. Я волнуюсь. Машинку по имени Харт вот только сегодня выпустили с завода. И ей тоже хочется найти семью. Интересно, кто меня выберет? Тебя выберет большая семья. В тебе столько места. Правда? А ты внедорожник подойдешь для того, кто любит путешествовать. Верно. А тебя выберет кто-нибудь молодой и красивый. Как вы думаете, кто может выбрать меня? Верно. Да, я некрасивая и совсем ничего не умею. А? Ух ты, и мы выберем себе машину. Машину. Да. Мы купим машину. Да, надеюсь, и мы найдем. Ой, они уже здесь. Пришли. Они идут сюда. Мам, может, вот эту? У тебя всего два сиденья? Да? А нам нужно много мест. Дорогая, в этот микроавтобус поместится вся наша семья. Ух ты! Тогда нам подходит. Станешь нашей машиной. А как же? Ничего себе! А ты сильный. Пойдешь со мной? По-моему, ты нам подходишь. Ну вот. Поехали. Вперед! Осталась я одна. О, тебе будет удобно ездить одной. Но цвет не тот. Была бы ты другого цвета. В тот день Харт так никто и не выбрал. Как же я хочу найти свою семью. На следующий день Ханна поехала смотреть мюзикл. Ух ты, ты красавица! Да, спасибо. Я уже пойду. Если что-нибудь случится, звони. Хорошо, до встречи! Угу. Так, время еще есть. Пройдусь-ка по магазинам. Никто не приходит. Поеду-ка я покатаюсь. Снаружи гораздо веселее. Здорово! Первый раз катаюсь в городе.
ты чего тут встала? О, простите. Что же делать? Верну-ка я туда. Берегись! Ты едешь не с той стороны. Здесь движение только туда. Смотри. Простите, я не знала. Ой-ой! Что же делать? Что? Эй, что случилось? Я поехала не в ту сторону. Вот как. Ну ничего, я помогу. Большое спасибо. Пожалуйста. Ух ты, она красивая. А какой чудесный розовый цвет. Но цвет не тот. Вот бы и мне перекраситься в розовый. О, мюзикл начинается. Мне уже пора. Пока! А я так хотела с ней пообщаться. Приключения Тайо! Ух ты! Было так здорово! Хорошо, что я решила пойти. А теперь домой. О? Как странно. Там вроде кто-то был. Так это ты? Я тебя уже видела. Что ты тут делаешь? Ты была так добра со мной. Вот я за тобой и поехала. Вот как? Ну, давай знакомиться. Я Хана. А меня зовут Харт. Красивое имя. И где же ты живешь, Харт? У меня пока еще нет дома. Меня так никто и не выбрал. Понятно. О! Хана, это Тайо. Тайо? В чем дело? У меня лопнуло колесо. Я не могу ехать. Не бойся, жди там. Что произошло? Извини, у меня срочные дела. Алло? Кто-то? Тайо попал в беду. Поможешь ему? Что? Ты сейчас где? Слишком далеко. Я поеду сама. Сначала надо купить колесо. Такси! Я спешу. Довезешь меня до моста? Но ко мне в багажник такое колесо не поместится. Правда? Мне жаль. Что делать? Я так спешу. Хана? У меня нет задних сидений, так что багажник большой. Ух ты! Можно я тебе помогу? Конечно. Большое спасибо. Ты меня выручила. Тут пробка. Ага. Надо найти другой маршрут. Ищу пути объезда. Отлично. Низкий заряд. О, нет! Погас! Что же мне делать? Хана? Да? Рядом с рулем есть разъем. Рядом с рулем? Посмотрим. Маршрут построен. Здорово! Вот это да! Поехали! Ух ты! Харт, ты точно первый раз в городе? Ты так быстро едешь? Я просто делаю то, что говорит компьютер. Я умею считывать его мысли. Ух ты! Превосходно! Благодаря помощи Харт, Хане удается поменять колесо. Так Хана автомеханик? Надо же, она даже не боится испачкать свою красивую одежду. Готова? Спасибо, Хана. Да не за что, это все Харт.
Без нее я не смогла бы привести колесо. Спасибо большое! Спасибо тебе, Харт. А? Да не за что. Что это у тебя? Это я тогда немного поцарапалась. Знаешь, тебя можно покрасить. Поехали в мастерскую. Правда? Можно? Конечно. Тогда я хочу покраситься в другой цвет. Вот, готово. Здорово! Как ты же выглядишь? Ты просто красавица. Правда? Я ведь хотела быть как ты. Вот и выбрала цвет твоей кофточки. Правда? Конечно! Хана сегодня красивая! Да, не то что обычно! Что? И как я обычно выгляжу? Ну вот, теперь мне придется уехать. Скажи, Харт. Да. Ты ведь ищешь семью, да? А ты не хотела бы остаться здесь, с нами? Рада! Мне так нужна машина, которая помогала бы мне в экстренных ситуациях. Но я такая маленькая, и я совсем ничего не умею. Да ты что? Ты же нам так помогла! О, Хана! Ну так что, ты согласна? Да, конечно! Итак, Харт все-таки нашла свою семью. Мы все тебе рады, Харт. Мы одна семья. На станции наступило утро. Отлично поспала. Мое первое утро на станции. Я взволнована. Привет, Харт! Привет! Мы в мастерскую. Поедешь с нами? Да. Это и есть подарок. Да. Хана! Сито! Привет. Привет! Ребята, вы как раз вовремя. А что это? Приветственный подарок. Мы же теперь одна семья. Спасибо. Надо же, приветственный подарок. Я так тронута. Мама, можно мне тоже такую? Она так хорошо выглядит. Прости, но для сирены нужно специальное разрешение. Даже можно использовать только при выезде на аварию. Ленни, не расстраивайся. На тебе бы она и не смотрелась. Что? Надо показать Харт нашу станцию. Кто хочет это сделать? Я покажу! Ну уж нет, я покажу! Ребята! Харт, хочешь сначала посмотреть мойку? Нет, Ганни! Не влезай в разговор! Да я ничего! Фу, и что они такой шашни за мной? Нет, за мной! Друзья решили показать станцию все вместе. Это автомойка. Ух ты! Заезжаешь вот сюда. И будешь чистая, чистая. Вот здорово. Скукотища. Вот теперь. А? В чем дело? Ты зачем выключил? Прости, я показывала Харт, как это сделать. Что? Рогий старичок с бородой. И правда. Ага. А теперь я тебе покажу, как заправляться. Сначала надо остановиться. Вот здесь. И открыть крышку бака. Можно заправляться. Начинаю заправку.
аппарат для тренировок. Тренируемся ездить по городу. Как здорово! Харт, давай, попробуй. Хорошо. Не расстраивайся. Ты же первый раз. Верно. Лэнни в первый раз была еще хуже. А вот и неправда. Правда, правда. Сита тебя тогда отругал. Лэнни, ты не готовилась? Нет, неправда. Ребята, перестаньте. Пускай тогда Лэнни тоже что-нибудь покажет, Харт. Вот еще мне надо работать. Лэнни! На станцию. Я вернулась. Привет, Лэнни! Вы что, кто-то есть? Да, мы показали Харт весь наш район. Вот как. Спасибо вам. Не за что. Мне пора. Хорошо. Ладно. Они все теперь такие странные. Не хочешь мне завтра показать город? Ой, да. Мы с тобой пока так мало общаемся, а я хочу с тобой дружить. Вот как? Хорошо. Правда? Ты обещала. Тогда до завтра. А, до завтра. Значит, она хочет со мной дружить. Тогда не буду больше на нее думать. Что же мне делать? Что случилось? Харт, в чем дело? Что случилось? Моя новая сирена пропала. Пропала? Она лежала здесь. Что же мне делать? Не плачь, Харт. Ты везде смотрела? Да. Это значит, что кто-то ее украл. Точно! Лэнни! Это ты взяла? Что? Нет, с чего бы? Ну как же, ты так завидовала подарку, Харт. Это правда. Лэнни, это правда, ты ее взяла. Что? И вы меня подозреваете? Да я... Это надо расследовать. Роги, постой! Ты куда приехал? Где же может быть сирена? Что ты делаешь? Мне кажется, что она где-то здесь. Роги, ты самый злой на свете! Эй! Не обижайся. Не думаю, что они тебя правда подозревают. Уже стемнело, а Лэнни так и не вернулась. Я потеряла подарок. Мои друзья поссорились. Почему все так плохо? А? Харт, ты чего такая грустная? Хана, я просто... Да это же... Ты ее потеряла? Та стала барахлить, и я обменяла ее на новую. Правда? Что же делать? Лэнни так огорчилась. Хана, я скоро вернусь. Хан! Какие они злые! Как они могли меня заподозрить? Хан сама виновата, не следила за сиреной. Оно, уже так темно. Может, вернуться? Тут страшно. Но нет, я не вернусь. Oh,
Ария! Езди внимательнее. Простите, мне так жаль. Я искала очень дорогого для меня члена семьи. Очень дорогого. Даже если так. Уже поздно. Поезжай домой. Я сначала должна ее найти. Поезжай домой. Стойте! Простите, моя подруга просто искала меня. Извините нас. Лэнни! Впредь будь осторожней. А теперь домой. Хорошо. Пока. Лэнни, да как так можно? Ночью ездить опасно. Мне так жаль. Жаль, что все так получилось. Я нашла сирену. Правда? И спасибо, что помогла. Я думала, я тебе не нравлюсь. Ты сказала, мы семья. А? Ты сказала, что я член твоей семьи. А в семье все друг другу помогают. Мы едем домой. У нас ведь завтра прогулка по городу. Прав. Ребята, я на обратном пути кое-что купила. Хотите посмотреть? Та-дам! Какая красота! По-моему, я еще ничего не дарила Лэнни. Это мне? Тебе? Большое спасибо! Только больше не ссорьтесь и не уезжайте по ночам, ладно? Принцесса Лэнни, какая ты красивая! Ты самый красивый автобус на свете! Ну что это с вами? Как хорошо, что все помирились. Теперь они по-настоящему стали одной семьей. Подарок для Ханы. Ранним утром Хана усердно работает. Ну вот, порядок. Спасибо, Хана! Пока! Я устала. Такое тяжелое утро. А? И у меня все закончилось. Как же я буду помогать машинам? Знаю! Попрошу кого-нибудь из автобусов отвезти меня за покупками. Ребята! А? А где же они? Странно. У них сегодня выходной. Эй, Хана! А? Привет, Нури. Доброе утро. А? А что это у тебя на капоте? Ты об этом? Да так, ничего. Ясно. А зачем ты приехала? О, у меня выходной, я хотела пройти осмотр. Выходной? Нури, а когда мы сделаем осмотр, сможешь отвезти меня в город? В город? Мне надо пополнить запасы, а отвезти меня некому. О, ну, я могу тебя отвезти. А, правда? Спасибо, Нури. После осмотра Нури и Хана отправляются в город. Ох, я проголодалась. Я все утро ничегошеньки не ела. Курица, пицца, бургеры. О, вот бы сейчас поесть. Нури, что случилось? О, извини, Хана. Я вспомнила об одном срочном деле. Можешь меня тут подождать немножко? Здесь? Да, ладно. Я скоро вернусь. Ладно. Интересно, куда это она? Я такая голодная. А? Как вкусно пахнет. Давайте, подходите все! Что это? Ух ты! Привет, ребята! А, привет, Хана! Что это вы тут делаете? Помогаем другу раздавать бесплатные образцы еды. И ты попробуй! Попробовать? Ух ты! Курица, пицца, бургеры! Ух ты! Здесь все, чего мне хотелось! Как здорово! Бери все, что захочешь. Спасибо, буду угощаться.
Было вкусно. А Хана, прости, что заставила ждать. Нет-нет, все хорошо. Благодаря тебе я так вкусно поела. Как здорово. Ну вот, приехали. Спасибо, Нори. Так, теперь займемся покупками. Ты ничего не купила? Все, что мне было нужно, закончилось. О, нет! А что тебе было нужно? Мне нужно моторное масло и очистители. Но их нет. Поехали домой. Ладно. Что же мне теперь делать? Привет, Нури! О, привет, Шайн. Куда едешь? У меня тут накопилось расходных материалов, и я думаю, кому бы их отдать? Что? Расходные материалы? А какие? О, привет, Хана! Хочешь взглянуть? Ну, ты готова? Ух ты! Это моторное масло и очистители. И самые лучшие. Возьми, если хочешь. Правда? Конечно. Я все равно их хотел отдать. Ты рада? Ага. Шайн дал мне все, что мне было нужно. Мне сегодня везет. Это просто здорово, Хана. Приключения Таю. Странный сегодня день. Все время происходит что-то хорошее. Это еще что такое? Поздравляем! Вы миллионный человек, проехавший по этому мосту. Да, это вы! Миллионный человек? Посмотрите туда! Ух ты! Не могу поверить! Да. И по этому случаю у нас есть для вас особенный подарок! Подарок? Просим! Ух ты! Приходи! Давай, иди, Ханна! Красиво! Хана! Они хотят сфотографировать тебя в платье! Красота! Ты такая красивая! Правда? Так, теперь встаньте-ка вот сюда! Хорошо! Улыбочку! Раз, два... Было чудесно. Как прошел твой день, Хана? День был невероятный. У меня прежде никогда не было таких дней. Рада это слышать. Но уже поздно. Надеюсь, меня никто не ищет. Не волнуйся. Мы почти приехали. А почему не горит свет? Что это? Эй, это же Аэро! Интересно, зачем он здесь? Ну, хорошо. Ребята, готовы? Снимаю. Что, начнем? Да! Вы смотрите секретную съемку с участием Ханы! Так, ребята, Хана только что уехала. А теперь выходите. Хорошо, а сейчас мы построим сцену для Ханы. Рави, наведи порядок на территории. А потом строительная бригада начнет строить сцену, да? Мы готовы! Давайте удивим Хану!
Увидимся. Роги, еда готова? Все готово. Курица, пицца, бургеры, верно? Уж этим Хана наестся. Я все достал. И самое лучшее. Ух ты, Шайн, здорово. Спасибо. Ну вот, еще не все. Придется ехать опять. Но, Таю, мы уже в 10-й раз едем. Прости, Бонг-Бонг, но у нас почти совсем нет времени, а мне очень хочется, чтобы Хана стала миллионным человеком, который пересек мост. Ладно, я с тобой, Таю. Спасибо, Бонг-Бонг. 7, 8. Нет, Таю! Кажется, нам не хватает еще двух машин. Нет! Что же нам делать? Не волнуйтесь. Мы об этом позаботимся. Ребята? Хорошо. Да, да. Хорошо. Так все это подстроили автобусы. Но почему они все это устроили? Ребята. А? Ух ты! Вот это да! Как тебе? Как тебе наш подарок, Хана? Это чудесно! Я была так занята, что забыла про свой день рождения. Спасибо вам всем! Пожалуйста! Спасибо, что заботишься о нас, Хана, и во всем нам помогаешь! Мы постараемся вести себя хорошо. И мы будем послушными. Я тоже. О, ребята. Тай, Роги, Ленни, Ганни. Дружить с вами – вот для меня самый лучший на свете подарок. О, Хана! Ладно, а теперь начинаем. Отмечать день рождения Ханны! Хана никогда не забудет этот день. Когда твои друзья – автобусы, день рождения всегда особенный. Хана и Ганни. На станции яркое солнечное утро. Что это за звук? Ганни проснулся раньше всех. Пора вставать, маленькие автобусы. Просыпайтесь. Как ты рано встал? Доброе утро, Ганни! На что ты смотришь? О, я хотел узнать, что это? А, значит, ты их раньше не видел. Это часы, которые каждый день нас будет. А, понятно. А вот Роги никакими часами не поднять. О чем это вы, ребята? Так, ни о чем. Похоже, что это надолго. Ты подождешь? Придется. Привет, Хана! А, это вы. Доброе утро, ребята. Мы заехали поздороваться с тобой перед работой. Безопасной вам дороги. Приятного дня, Хана! Спасибо, пока! Подожди, Тайо! Увидимся, Хана! Пока, Ленни! О! Ганни? А ты не едешь работать? Мне еще рано. А, ты должен пройти подготовку, верно? Ага. Ситу сказал, чтобы я ждал здесь. Сегодня первое занятие. А, ясно. Хана, можно немножко быстрее? Да, уже иду. Поговорим чуть позже, Ганни. Надо закончить работу. Хорошо.
Думаю, Сита скоро появится. Ты не ушиблась? Да нет, все в порядке. Тут будет нужна отвертка поменьше. Так, куда же я ее дела? Это она? Нет. Так, я же совсем недавно ей пользовалась. Куда же я могла ее положить? Хана, посмотри у себя в кармане. А? В кармане? Вот же она! Ну вот, теперь заработал. Гани, да? Откуда ты узнал про отвертку? Я видел, как ты ее туда убрала. Гани очень наблюдательный. Хана! А? Я уже опаздываю на работу! Хорошо, иду! Минутку. Вонди всегда помогал мне найти инструменты. Помнится, Таю говорил. Этот Гани немного странный. Он новичок, но у него уже все получается, и он все обо всем знает. Может, Гани и правда унаследовал воспоминания Вонди? Спасибо, Ханна, я поехал. Пока, добрый путь. Сита до сих пор не приехал? Нет. А вот и он. Привет, Гани. Доброе утро, Ханна. Привет, Сита. Извини, что заставил долго ждать. Надо было уладить парочку срочных дел. Ничего. Раз так, поехали тренироваться. Хорошо. Подождите. Что такое? Сито, ты не против, если я потренируюсь с Гани? Ты, Хана? Конечно, нет. Здорово. Раз так, Гани, поехали на площадку. Она там. О, хорошо. Удачи, друзья. А что это она вдруг? Так я смогу узнать, действительно ли Гани получил воспоминания Вонди. О, Гани, подожди! Сюда, Гани! Еду. Ух ты! Подъезжай к черте. Понял. Осторожненько. Прекрасно. Итак, вот этот экран будет реагировать на все твои движения. Включить изображение. Включаю тест. Ух ты! Ну-ка, попробуй ехать вперед. Сейчас. Ого! Затормози у тротуара. Хорошо. Понял, как это работает? Ага. Тогда давай попробуем пройти тест. Постарайся набрать как можно больше баллов. Баллов? Угу. А теперь вперед, Гани! Ладно. Вонди всегда набирал много баллов. А сколько наберет Гани? Что? Хуже, чем большинство маленьких автобусов? Мне очень жаль, Хана. Не переживай, малыш. Сначала всегда нелегко. Ну-ка, поехали на площадку. Хорошо. Приключения Таю. Он бы не провалил тест, будь у него воспоминания Вонди. Может, я ждала слишком многого? Но я так просто не сдамся. Потренируемся впускать пассажиров на остановке. Я готова! Еду! О, проехал! Ты должен подъехать чуть-чуть поближе. Да, молодец! Теперь открой переднюю дверь. Сейчас. Он ничего не умеет. Мне очень жаль, Хана. Ничего, ничего. Со временем ты научишься. Не беспокойся об этом. Может быть, съездим в город? Но я же никогда не был в городе один. Ничего, я ведь с тобой. Ну что, вперед! Наверное, Ганя все-таки не унаследовал воспоминаний Вонди.
бабушки тяжелая сумка. Надо бы ее подвезти. О! Ганни, что случилось? Хана, у той бабушки тяжелая сумка. Давай ее подвезем, а? А? Ганни подумала о том же. Конечно, давай. Постойте! Куда вы направляетесь? Мне нужно вон на тот перекресток. Ясно. Хотите, мы вас подвезем? Мне, право же, неудобно. Мы будем рады. Давайте я возьму вашу сумку. Спасибо, доченька. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо. Вонди никогда никому не отказывал в помощи. Нам пора домой. Что случилось? Что произошло? А? Почему здесь столько машин? Эй, что происходит? Все хорошо. Я сломалась. Прошу прощения. Хана, мне кажется, что одна из машинок сломалась. Ганни, ты не мог бы меня выпустить? Что случилось? Я не знаю, но я не могу тронуться. Можно мне взглянуть? Конечно. Вот в чем твоя проблема. Сейчас я все исправлю. Хана. А? Да? Мы загородили проезд. Думаю, нам стоит подъехать к тротуару. Что такое? О, да, ты прав. Итак, это должно быть здесь, а это... Эй, Ханна! О, привет, Вонди! Ты на маршруте? Да. Кстати, оглянись-ка вокруг. Стоит тебе заняться ремонтом, как ты забываешь обо всем на свете. Знаешь, вам лучше немного переместиться. Что с тобой, Ханна? Так, ничего. Несомненно, у них много общего. Без инструментов тут не обойтись. Ганни, ты не съездишь в мастерскую? Конечно, я скоро вернусь. Большое спасибо. Подожди, ты ведь не знаешь дороги на станцию. Ганни, вернись! Ты не знаешь, куда ехать! О, о чем я только думала. Ханна! А? Ганни, ты что, побывал на станции? Ага, ящик с инструментами стоял у двери. Ты нашел его? Ого, это правда. Поразительно, у него точно воспоминания Вонди. Теперь можешь ехать. Большое спасибо. Пока, удачи вам. Спасибо, пока. Ганни, скажи, как ты сумел найти дорогу на станцию? Я сам не знаю. Ничего, не трудись мне объяснять. Кажется, я сама знаю. Ты о чем это? О, ты похож на один автобус, который я знала. О, и кто же это? Ну, его разобрали. Но он был благородным и трудолюбивым, и все вокруг его просто обожали. Ух ты! Однажды ты станешь таким же чудесным, как он. Ты так думаешь? Конечно. Но тебе еще нужно очень многому научиться. Чтобы начать работать, ты должен набрать больше баллов. Хорошо. Ну что, вернемся на станцию и потренируемся еще. Залезай, Ханна. Хорошо, вперед. Отправляемся. Благодаря Ганни, Ханна почувствовала, что встретила старого доброго друга. У Ханны выходной. Поздний вечер, но маленьких автобусов нигде не видно. Куда они могли спрятаться? Попробуем еще. Я знаю, что могу лучше. На повороте номер 3 обходит номер 4. Быстрее, быстрее! Стой, Робби! Попробуй догони! Думаешь, я не смогу? Попался! Ты выиграл! Теперь твоя очередь водить. Ребята, вам пора спать. Невероятная скорость!
Ханна, можно мы еще поиграем? Совсем немножечко. Нет. И, кстати, Таю, Роги, вы знаете, что играть в салочки на станции опасно? Можно мне еще чуть-чуть посмотреть телевизор? А мне еще потренироваться. Все-все, будьте послушными машинками. Ну ладно. Нас всегда заставляют ложиться рано. Вот-вот, я совсем не хочу спать. Но мы должны слушаться Хану. Мне бы хотелось не спать допоздна, хотя бы один день. Мне тоже. И мне. Да. Сито! Привет, Сито! Доброе утро! Доброе утро, Хана! Доброе утро, друзья! Вижу, все уже встали. Вы что, уезжаете? В соседнем городе будет проходить большой фестиваль туравтобусов. Да, и мы с Сито в нем участвуем. Большой фестиваль! Это здорово! А когда вы возвращаетесь? Завтра примерно к обеду. Только завтра? Вы ведь без нас справитесь, правда? Не волнуйся, все будет хорошо. Ребята? Конечно! Можете ехать. Надеюсь, вы не собираетесь играть всю ночь, правда? Конечно нет! А? Ну и ну. Ладно, ну тогда до завтра. Смотрите, не набедокурьте тут. Хорошо! Приятного путешествия! Пока! Они вернутся завтра, верно? Да! Значит, мы можем не ложиться до утра! Да! Давайте устроим танцы, когда вернемся с работы! Точно! Вперед! Таю готов был петь, стоило ему вспомнить о том, что он не должен рано ложиться. О, привет, Шайн! У тебя счастливый вид. Ага. Хана уехала в соседний город и вернется только завтра. Что тут хорошего? Пока ее нет, мы можем не спать сколько захотим. Шайн, хочешь, приходи в гости? Прости, но боюсь, у меня нет времени для развлечений. О, ясно. Очень жаль. Ладно, рад был поболтать. Пока. Подожди! Я бы сказал «да», если бы ты упрашивал! Ну вот! Я первым приеду домой! Как бы не так! О, Роги! Роги! А мы первые! Эй, постойте! Ребята, подождите меня! Ура! Я еду смотреть телевизор! А я поеду тренироваться! Чем займемся мы? Я знаю! Играем в салки! Я буду смотреть телевизор всю ночь напролет! Заезжаем... Продолжу то, что не закончил вчера. Таю! Эй, капуша! Ах ты так, значит, дразнишься! Таю! Начинается финальный раунд! Сегодня нас ожидают интереснейшие заезды! Два финалиста, номер 7 и номер 4, сразятся за первое место! Итак, участники штандовали! Я даже телевизор не слышу! Гони вперед, номер 4! Ну вот, почти доехал. О! Я-то думал, что наберу 90. Что-то голова кружится. Похоже, Ганни слишком долго смотрел в экран. Если бы Хана была здесь, она бы мне помогла. Ладно, попробую сам. Как же я узнаю, что со мной не так? О, точно! Нужно встать вот здесь. А что же дальше? Он автоматический. Это проще, чем я думал. О, только вот боюсь мне не понять, что все это значит. Я всегда мечтал туда заехать. Приключения Таю. Таю! Таю!
Куда же он делся? А, вот он где! Заметил! Тайо, хватит уже прятаться! Почему? Я тебя поймаю, Тайо! Итак, финишный круг! Машины идут корпус-корпус! Мы не узнаем! Эй, вы! Что вы вытворяете? Я из-за вас ничего не увижу! Ребята! Он образил эти игры в салочки! Перестаньте! А еще не смотреть телевизор до поздней ночи! Да? Ну, хватит вам! Ну, прекратите! С меня хватит! Теперь еще и Лэнни? Лэнни, может быть, она хочет поиграть с нами? Из-за вас я пропустила конец гонки! Как же ее подвинуть? Жаль, здесь нет Ханны. А ну-ка, вернитесь! Мне нужно спрятаться! Даю! Тайо, что происходит? Вам придется извиняться. Но мы же ничего не сделали. Да, мы просто играли. Ах, играли. Ой. Надо позвонить Ханне. Но Ханна будет в ярости, когда об этом узнает. Особенно за этот беспорядок. Прошу, спустите меня. Это вы во всем виноваты. Что? Это ты за нами гонялась? Но вы же мешали мне смотреть телевизор. Мы ничего не сделали. Что здесь творится? Ребята. Что случилось? Ханна! Сито! Что происходит? Все дело в том, что... Вам лучше рассказать, что случилось. Ханна! Ганни! Ты можешь меня спустить? Как ты туда забрался? Спасибо, Ханна. Ганни, расскажи, что здесь случилось. Я жду. Это я виноват. Я заехал в мастерскую без разрешения. Что? Ганни! Так значит, все это устроил ты? Ганни не сделал ничего дурного. Я должен сказать правду. Пусть мне за это достанется. Ханна! Да? Вообще-то, это я виноват. Прости меня! Что? Это неправда! Мы стали играть здесь в салки. Прости нас. Это я стала за ними гоняться. Это моя вина. Если бы я не заехала в мастерскую... Эх вы! Нам очень стыдно! У нас большие проблемы. Что нам делать? Я не знаю. Никто не пострадал? Что? Вы могли серьезно пострадать. Что за негодники? Вас следовало бы ох как наказать. Но так как вы признаете свою вину, мы так и быть простим вас. Вы правда не сердитесь? Я больше не буду. Я тоже. Я каждый день буду ложиться спать, как только мне скажут. Ладно, ладно. Ой-ой-ой, нам предстоит большая уборка. Я помогу все убрать. Я тоже.
тоже. Я тоже. Что ж, будем работать все вместе. Хорошо. Иногда Ханна бывает строгая, но наши маленькие автобусы все равно ее обожают.